Ой, ну я кайфану. Убираются целлюлитные жировые отложения. Такая буду эти, как скелет. Привет, кокосики! Сегодня я иду избавляться от целлюлита в салон красоты Агат. Буду делать процедуру, которая называется бифлекси. Это процедура для избавления от целлюлита, для улучшения кровообращения и так далее. Также в этом видео я разыграю кокосовое масло Maldives Dreams. Ну пошли уже избавляться от целлюлита! Ну что, мы пришли в кабинет. Это специалист Светлана. Сегодня она мне будет делать процедуру бифлексии. Светлана, расскажите, пожалуйста, вообще, что мы сегодня будем делать, сколько длится процедура, для чего она нужна, так вкратце. Мы сегодня делать будем вакуумно-роликовый аппаратный массаж. Он делается на все тело, либо 55 минут, либо 30 минут. Это идет антицеллюлитный лимфодренажный аппарат. Угу. Убираются целлюлитные жировые отложения, расщепляется жидкость лишняя, уходит. Как бы очень хорошо он зарекомендован и в мышечных вот каких-то травмах, там, например, после тренировки. Болезненные как-то вот. Если мышцы забиты, да, молочной забиты, кислотой, хорошо, то хорошо. Да, как да, раз то, что будет. Мне надо. Я сходила на скалодром, просто как робот сейчас. Но у нас массаж будет 55 минут, да, так же? Да, все тело, все участки. Ой, тела, ну я кайфану. Кроме груди, конечно. Ну здорово, и вы действительно видите вот результат на своих клиентах, которые курсами ходят, да, да то да, есть да. У них уменьшаются жировые отложения, уменьшается целлюлит, то есть да, есть видимый результат. Ну это нужно делать регулярно, систематически курсом, 10 процедур, ну если очень большие отложения и человек очень там после родов, либо там 20 килограмм, 15 лишних, то лучше тогда еще сделать дополнительно, либо перерыв месяц, еще 10 процедур, либо 15 сразу сделать. Если человек хочет большую массу скинуть, то нужно еще, конечно, дополнительное сочетание с диетой и физическими нагрузками. Тогда можно очень хороших результатов добиться. Но насчет упругости кожи он помогает, даже если человек вообще ничего не меняет. Короче, если человек лентяй, то ему можно спокойно приходить сюда, да, на 10 процедур. Все равно будет лучше, будет чем была до. Грубая кожа, да, целлюлит раздирается. Вообще волшебная таблетка. Ну, насчет уже, как он будет стараться, люди сбрасывают и кто-то и 5, и 10 можно, только нужно тоже стремиться. А вот скажите, к вам вот приходят люди разных возрастов, я же думаю, да, и молоденькие девушки, и в возрасте, и как они вот в основном, больно, не больно? Ну, это не от возраста зависит, это больше... Порога чувствительности. Да, порог чувствительности, и еще так человек ведет образ жизни. Если такой-то фиброзная ткань очень плотная, если жира много, то есть болезненность будет. Если чувствительная кожа, тонкая, тоже будет болезненность. А в принципе спортивные люди, которые вот мышцы в тонусе, им комфортно, они в расслаблении и даже засыпают. Да? Да. Как мне сегодня снять целиком эту процедуру, а то еще засну, там камеры попадают. Да, еще я знаю, что мне нужно будет надеть костюм специальный для массажа. И скажите, можно ли делать вообще без костюма? Ну, этот аппарат разработан именно на костюм. На костюм. Он еще и ролик, он вакуумная насадочка, она всасывает вот ось, и еще ролики разглаживают вот ткань, да? Получается, что это на голое тело, на кожу нельзя делать. Сцепление такого не будет? Сцепление, да, и получается, что все равно может микро-микро... разрывчики, сосуды, да, капиллярчики. Травму, короче, травму можно получить. Поэтому разработано это специально на костюмы, специальные есть, специально для этого аппарата. Все комфортно, никаких синячков, гематом нету, все идеально. Можно сразу на пляж выходить. О, все, как раз мне тут в мае сюрприз. А еще такой вопрос по поводу аппарата. Я вот вижу, тут какой-то аппарат у вас стоит. Расскажите про него вообще. Это новый аппарат или это более старая модель? Ну, эта модель у нас уже 7 лет. У нас еще два аппарата есть, которые... уже 11 лет, но зависит просто от производителя. А принцип работы одинаковый. Он идет вакуумно-роликовый. Там, я так понимаю, насадка, которая просто втягивает кожу, да? Да. То есть да, там два ролика, а в центр втягивается кожа. То есть и этот участок... Это вот идет участок, и роликами прокатывается
подкожно-жировая клетчатка, и получается даже мышцы хорошо вот релаксируются, прорабатывают. Тут надо еще, наверное, по массажным линиям, да, как-то делать? Это все по лимфодренажу. Это идет как бы массажные линии, и нужно по движению лимфы делать. И идет лимфатический как бы отток жидкости, очень хорошо прорабатывается. Лишняя жидкость в первый раз можно увидеть. То есть первый сеанс уже жидкость, если у человека очень скапливается много жидкости, да, в тканях. И получается, в первую процедуру, вот у многих, которые вот, ну, как бы есть застой в ногах, да, вот отеки, у них с первой процедуры очень хорошо вот эта жидкость выходит, а потом уже там... вообще, сейчас как выйду, у меня мой комбинезон на мне виснет, такая буду идти, как скелет. Ну, очень здорово, я думаю, что уже можно приступать к процедуре. Давай. Наконец-таки, а то я уже не могу, надо уже быстрее релакс получать и наслаждаться. Светлана, закончилась процедура, спасибо вам огромное. Я расслабилась, ощущение, что я куда-то впала в сон, очень отдохнула. Знаете, сейчас такая легкость в ногах, в руках, когда лежала, вы мне сделали руки, у меня, знаете, они как будто горели потом, то есть кровообращение очень сильно улучшилось. И в ногах, я думаю, что действительно, если пройти эту процедуру курсом, то действительно результат будет очень хороший. Вот поэтому спасибо вам большое. Вообще, просто открыла для себя. Всем советую сделать себе флекси. Спасибо вам. Пожалуйста. Хочу объявить победителя целого килограмма маски Ламисо из видео с косметологом. Так, им становится Александра Дворяшина. Она написала, что у нее неровный цвет лица, открытые поры, и ей кажется, что она никогда не избавится от черных точек. В общем, я тебе хочу достать эту маску, чтобы ты пользовалась, и, возможно, твоя кожа станет немножко лучше. Напиши, пожалуйста, свою электронную почту под этим видео. И сразу хочу объявить условия для розыгрыша кокосового масла Maldives Dreams в этом видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях историю, связанную с целлюлитом. Возможно, это будет какая-то история вашей подруги или ваша, смешная, комичная или серьезная. Драматичное, в общем, все, что связано с целлюлитом. Возможно, он у вас есть, и вы с ним как-то боретесь. Напишите об этом тоже, о своих способах борьбы с этим нашим злосчастным другом. В кавычках. Также необходимо выполнить условия, которые я написала в описании и в прикрепленном комментарии. Всем удачи! Спасибо за просмотр этого видео. Смотрите два вот этих ролика. И пока!